И в этом видео мы с вами сделаем скин Фила в Брукхейвен. В прошлом видео мы делали с вами скин Кигаши, а в этом мы с вами сделаем скин Фила. Да, и огромная просьба перед началом этого видосика. Обязательно не забудьте подписаться и поставить лайк. А то, если не подпишетесь и лайк не поставите, того я съем. Да, поэтому без комментариев. Быстрее бежим к домику. Его я, правда, уже поставила. Мусорки кругом. Так, закрываем. Чтоб к нам никто не пробрался. И спускаемся вниз. Хотя нет, подождите. Я наверх хочу. Все. Вот такая у нас сегодня будет атмосфера. Здесь мы будем снимать сегодняшний видосик. Так, ну, а мы начинаем. Сначала мы с вами выберем лицо. Возьмем, вернее, это у нас Happy Face. Прикольное лицо. Вот оно. О, блин, мне так идет. Я так не хочу ничего менять. Хочется прям оставить это. И вообще я хочу такой скин с Happy Face. Я вообще хочу Happy Face себе получить. Но у меня столько робоксов, к сожалению, нет. Сколько он стоит? Он стоит 100 тысяч с чем-то. И да, ребята, знаете, какая самая дорогая лимитка в Роблоксе? Это не Happy Face, не Корблокс и не Headless даже. А знаете что? Ой, а знаете какая? Это вот эти вот рога, которые в ТДД-3 есть. Поэтому, да. Ведь представьте, какие-то рога, а стоят всего лишь рога какие-то, а стоят столько робуксов. Да. Ладно, пишем кодик. И по вот такому кодику нам дают футболочку Фила. Остановите или заскриньте, или куда-нибудь запишите. А мы пишем следующий кодик. И по вот такому кодику нам дают штанишки. Тоже остановите, заскриньте. Ну а мы переходим к следующему кодику. А, ой. Мы дальше волосы ищем здесь. Вы можете написать вот здесь в поисковичке. Но я все-таки найду. А для тех, кто хочет написать в поисковичке, я потом нажму вот сюда на кнопочку «Buy». И у меня высветятся волосы и название. Искала я и наконец-то нашла их. Вот они. Кстати, зацените, как прикольно смотрятся вот эта футболочка и штанишки с волосами Roblox Queen. Это можно создать отдельный скин с мерчом. Так, вот наши волосики. Мы их надеваем с вами. Вернее, одеваем. На персонажа надеваем. И пишем следующий кодик. И под вот таким кодом нам дают вот такую прекраснейшую шляпу. Дальше будет у нас код от пластыря. И под вот таким кодом нам дают наш пластырь. Переходим дальше к ромашкам. И по вот такому коду нам дают ромашечки. Ромашка. Мы с вами пишем следующий код.
Типа вот таким кодом нам дают вот такой прекраснейший рюкзачочек. Не могу, конечно. Но могу сделать вот так. Вот он. Настоящий пельмень. Ну а мы переходим к следующему кодику. И под вот таким кодом нам дают вот такие прекраснейшие ушки. Мне они очень нравятся. А, и да, это еще не все. У Кигаши и у Фила на скине есть белый фотоаппаратик на шее. Они такие прикольные тут аксессуары. О, какой лисенок. Так прикольно смотрится. Так, ладно. Мы сейчас что это с вами делаем? Мы делаем скин Фила Брукхейвен. Вот. Все, я этот фотоаппарат нашла. Ну что ж. Вот такой вот скинчик у нас получился. Пойдемте ограбим банк. Теперь мне кажется, у нас в каждом видео, где, когда мы будем делать скин какого-нибудь роблоксера Брукхейвен, мы будем обязательно грабить банк. Правда, вот кто-то уже ограбил я. Слышала бомбочку, кто-то взорвал. Да и тут у меня появилось сообщение. Сигнализация банка была отключена. Но, судя по всему, вот эти два челика банка ограбили. Что такое? Что происходит? Что-то как-то тут темно. О, Дэдпул. Здравствуй, дружочек. А, ой, что это я? Куда это я пошла? Без карты. Пум-пуру, ой. Пум-пурум-пурум-пурум. Да, банк у нас сегодня ограбить не получится. Да что ты за мной ходишь-то, а? Отцепись ты от меня. Ладно, сейчас посмотрим на реакцию людей. Потом уже пойдем ограбим банк. Ну, что-то я никого не вижу. Да чуть на центре никого нет. Недавно же были люди. Все попрятались. Ясно, понятно. Тут вообще люди есть или только мы? Есть. Куда ты меня везешь? Отстань от меня. Валим. О, вон тоже какой-то черик. Здравствуйте. Не подскажете, как отсюда воскрыться? Нет, какие-то вы все неразговорчивые. О, вот две девчуленьки. Я. Ау, меня кто-нибудь знает? Написала Чучу. Либо меня увидела, либо вот эту девочку. Она же и написала мама. Не знаю. Ладно. Вон взрывают. Как будто у нас прям сейчас в Брукхейвене война с Украиной идет. О, какой-то мальчик. Здравствуйте. Это я. Ясно, понятно. Какие-то вы все неразговорчивые. Что-то пишет. Непонятно что. Ясно, понятно. Может, они все-таки меня узнают? Ау. А как стать админом? Не знаю.
О, да, это что за странный скин? С днем. С днем хрустящего огурчика. Ты где вообще такие скины берешь? Ау. Это что, фон такой, что ли? Понятно. Ну, здравствуй, здравствуй, Дэдпул. Давно не виделись. Чё-то меня никто не узнает. Ау. Меня кто-нибудь знает? Ну, пожалуйста, ответьте мне. Ясно, понятно, меня никто не знает. Здравствуй, до свидания. Да. Трэш, полный трэш. Обычно, когда я играла со скином Квинки, ко мне все подходили. Ну, в смысле, отдельно играла. Не записывала, отдельно играла. Ярик. Я тут нашла каких-то ребят, но они опять что-то свое обсуждают. Да. Жалко. А чё, Фила, реально никто не знает? Ау. Ребятушки, да вы вообще видите мне или нет? Да, трэш. Ну, девочка одна пишет пару, вернее, ищет пару. Ау. Это я, Фил. Да, фигушки мне. Кто меня не знает, не узнает. Пу-пу-пу-пу-пу. В общем, прошло время, и меня так никто и не узнал, так ко мне никто и не подошел. Вывод, Фила никто не знает. Жалко. А я и вот его знаю. Пойдемте, что ли, банк ограбим. О, восстановилось. Жалко, что меня никто не узнал. Но все-таки Фила знают, а меня не узнали. Это очень обидно. Быстрее. Иначе сейчас меня схватят. Полицейские. Валим отсюда вам. Не знаю куда, но нам надо свалить отсюда вам. Пум-пурум-пурум-пурум-пурум-пурум-пурум. О, девчуленька, здравствуй. Вот тут у меня машинка. Может, ее с собой? Может, ее угнать? Ха-ха-ха-ха. Я, конечно, вожу так себе, но могу поводить. Давай только выезжай, машинка. Сейчас мы ее угоним отсюда в речку. Наверное. Да ё-моё, что-то она какая-то неуправляемая.
Фу, в общем, мне удалось угнать ее тачку. Блин, жалко, конечно, что меня никто не узнал. Либо просто людей мало, либо я не знаю, что произошло. Вот, кстати, тачка этой девочки. Ладно, ребятки, вот такой у нас сегодня с вами получился ролик прикольный. Ну, а с вами была я. Меня зовут Супер Элис. Всем пока-пока.